Всем привет, с вами канал Техноум, и сегодня я вам расскажу про такую замечательную мышку оптическую Canyon, модель CMS-V1G. Какая крутая модель, да? Итак, покупал я эту мышь за 9, сейчас я вам покажу, за 9 рублей 90 копеек, белорусские рубли. Это примерно $5. И скажу вам, за $5 это идеальная мышка. Думал купить сначала Xiaomi, но посмотрел отзывы и посмотрел вообще на качество этой мышки, я передумал. Потому что мышка Xiaomi стоит $20, и неизвестно, за что вы там отдаете эти $20. Я куплю таких 4 и буду каждый день пользоваться разными цветами. Вот так, в новогоднюю ночь. Итак, в комплекте идет две батарейки, каньоны тоже вот такие запечатанные. Так, отложим их в сторону. Потом идет наша замечательная бумажечка, красивая наша. Так, отложим ее тоже в сторону. И также идет вот такая инструкция. Мы видим, инструкция полностью на русском языке. Вот так она выглядит, книжечка. Ну, с этой инструкцией вы можете узнать, как же подключать мышку. Ну, например, моя мама не знает, как подключать мышку, так что эта инструкция ей поможет, но не мне. Вот и достаем нашу мышку и достаем нашу вот такой переходничок маленький. С чего же я захотел купить эту мышку? Потому что я пользовался, на время взял у друга мышку, но он заплакал и сказал: отдай-ка мне назад мышку. И пришлось мне покупать вот такую мышку. Итак, расскажу сразу. Этой мышкой я пользовался где-то 3 месяца, и она меня полностью устраивает. И я вам скажу, она намного лучше, чем другие остальные мышки. Факты. Почему она лучше? Потому что она имеет прорезиненную поверхность, то есть soft touch по типу, чуть-чуть меленькую, не сильно заметную, и имеет вот такие вот, видите, она приятна, то есть для пальца левого и для пальца правого, то есть она вот, и вот тут такой выемка, как бы она лежит в руке идеально, то есть она толстенькая, не то что Xiaomi какая-то кусок пластмассы квадратной, там непонятно чего. Вот так. Такой же, кстати, переходничок уже более новый. Есть переходнички как флешки. Привет другу, он мне дал такой. Неудобно, потому что я покупал ее для ноутбука. Торчит вот этот вот переходник, а тут все идеально. Вот мы видим такой soft touch на поверхности этой мышки. Итак, нажатие. Расскажу вам про нажатие, ведь это очень важно для мышки. Нажатие тут вообще не чувствуется, то есть очень плавное, то есть достаточно прикоснуться и сразу идет нажатие. С чего это происходит? Потому что вырез идет с самого конца мышки, то есть чуть-чуть попозже, я вам вот, вы тут вот заметите, то есть он идет очень в начале, а потом продолжается на весь, на всю мышку, так сказать. Скользит она замечательно. Ну, не знаю, я ковриками не пользуюсь. Итак, давайте посмотрим поближе нашу мышку и посмотрим, как же она подключается к моему ноутбуку. И рассмотрим все мельчайшие детали этой мыши. Ну что, поехали! Итак, вот этот зазор, про который я вам говорил в самом начале, мы видим, что очень маленький. И вот он начинается от начала мышки и доходит до конца. Тем самым меньше усилий надо для нажатия нашего эксцентрика, так называемого. Вот. Мы видим, что зазоры достаточно ровные с одной и с второй стороны. Это мышка бюджетного класса, так что тут от нее не стоит ожидать супер-тупер там металлических деталей, но своей задачей она полностью справляется. Ролик у нее достаточно
хорошо крутится. По поводу второй кнопки двойной, трошки туговатая. Вот этот вот серый пластик, он soft touch. Черный пластик, простой, твердый пластик. Вот такая линза у нашей мышки. И вот наша модель мы видим. Также мышка имеет достаточно интересный внешний вид. Так, это наш тот самый передатчик, как так называемый, то есть который вставляется в ноутбук или так далее. И также мы имеем в комплекте две батарейки карбоновые, мы видим Canyon Carbon. И также, как же наша мышка подключается к ноутбуку? Я думал, надо будет ставить какие-то драйвера, как в старый век, но я ошибался. То есть мы втыкаем наш переходничок, нажимаем на... Чтобы активировать, кстати, мышку, надо нажать любую кнопочку на ней. Недостаточно подвигать, как в других мышках. То есть нажали кнопочку, и все, наша мышка активирована. Никаких проблем с ней не было, так что рекомендую к покупке. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!